Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня очередная прокачка очередного интересного героя, скажем так, старенького, забытого. Многие не качают, не используют. Я буду использовать, потому что мне надо будет проходить гарнизоном. Я хочу потестировать вместе с гарнизоном кошмарку 6.1. И мы сегодня будем качать Вальку. Почему именно ее? Потому что она дает набор энергии. У гарнизона нету кулдауна у многих на скилл, поэтому Валька на максималке будет неплохо давать набор энергии. Так, вот такой вот герой дает сейчас на первом скилле 24 энергии в секунду, то есть она может повышать энергию вашим героям. Также она снимает, имеет иммунитет к молчанию и может снять молчанку ары, например. Также она увеличивает крит резист, крит сопротивление и добавляет крит, по-моему, урон или шанс крита, я, честно говоря, не помню, на 12 скилле. Ну, до этого мы еще в свое время дойдем. Так, делаем ей десяточку. По талантикам ремка, ну, прокачал узашку ради интереса еще раз потестить. Также можно любой талант, она не блокируется арой, то есть можно оживу восьмую поставить, ремку рунами тоже неплохо будет. Можно так сделать, поставить рунами оживу, то есть вариантов много. По чарам и по созвездиям сейчас расскажу, только сделаю ей эволюцию и аугментацию. Поехали делать аугментацию. Так, есть. Сделали мы аугментацию ей по чарам. Я вам скажу так, было у меня она с хранителем леса, честно говоря, не понравилось кулдаун, хотя в принципе она все равно долго у вас жить не будет, так как она убивается очень быстро, там практически стычки с двух, что ей неплохо будет. Вариант, если без доната у вас хранитель леса, можете поставить, снимет какой-то негативный эффект и также восстановит 30% жизни, неплохо. Ослепление на PvP локации тоже можно ставить. Понижалку она долго жить не будет, поэтому поле не вариант. Плюс одна клетка, в принципе, тоже не особо спасет. А самый оптимальный вариант, сколько я бегал, это доспех. Увеличение 25% жизни дает шанс того, что она не так быстро умрет. Но вариант есть тоже поставить плюс одну клетку, там еще поставить рвение. Варианты разные бывают, все зависит, конечно, от ситуации. Но самый оптимальный вариант это вот так вот, плюс доспех. И больше можно не заморачиваться. Есть свободные ремки, ставите оживу, например, на восьмерку качаете, чтобы больше силы поднять. И ремку рунами. Но у нас будет именно такая сборочка. На десятке она уже восстанавливает, как видите, 126 единиц за 3,5 секунды. Также увеличивает крит сопротивления на 15%, кулдаун 6 секунд. Кулдаун не маленький, но если она один раз включится, то в принципе все будет отличненько. Так, давайте попробуем что-то сегодня. Вот так вот 5-5 доспех, ну конечно я на ее даже не буду тратить его, я подумаю кому его поставить, у меня героев полно, кто нуждается в этом талантике. Ну вот так вот, мега удача, скажем так, как обычно. Так, давайте немножко улучшим героя. Такс. Есть. Давайте поставим еще Минотавра сейчас вместо тыковки. Сразу же качнем вторую эволюцию. Герой дальник, летающий. В основном
либо подземки, либо PvP локации. В остальных она, скажем так, ну раньше ее использовали для разгона тыковки. Вот чем этот герой хорош, почему я ее тоже качаю, это как бы вроде с одной стороны альтернатива Купидону. Конечно, до Купидона далеко, потому что Купидон дает сразу моментальный набор, это раз. Во-вторых, он дает силу атаки, там еще на 12-м дает скорость бега. Чем хороша Валька? Она дает постепенный набор, то есть для тыковки это даже лучше в некотором плане. Но есть очень много нюансов, она включается, кулдаун, то есть вариантов тоже уйма, но вместе с Купидоном это просто огненная смесь будет. Я показывал когда-то, как проходить подземки шапкой, и в принципе я это же попробую сделать и здесь, показать вам это все, что можно трешивать шапкой. Ну а шапка, конечно, это первый донатный герой, который дается нам там за донат. Но опять же, для тех, у кого она есть, тоже ее надо качать. Так, делаем вторую эволюцию. Отлично. Так, у нас там Фрэнки в очереди на прокачку, если я не ошибаюсь. А, есть куда, есть сюда потратим. Куча героев ожидает своей очереди. Так, отлично. Есть у нас вторая эволюция. По чуть-чуть силушка растет. Думаю, уже 400к протащим на этой недельке. Ну, как видите, вот можно ставить новый талантик против смотрителя и... Ну, активация, в смысле, пятая. Вот смотрите, сейчас опять же кину, активировался, а моя Валька жива. Благодаря новому талантику. Так. Так, так, так. Выживание, конечно, специфический талант. Я постараюсь вам показать, на ком можно. Очень будет, я думаю, он полезный в древнем. Я там буду тестировать у себя. Либо на китайке, либо на основе, не знаю, посмотрим. На основе просто у нас это будет очень долго, на китайке я быстрее соберу все, что мне надо. Так, шаба что-то у нас не вылазит. Убрали халяву. Валька, раз. Все, сейчас добиваем и уже посмотрим ее основные статы. На 12-м она, по-моему, честно говоря, не буду врать, в районе 150, если не ошибаюсь, отхиливает. На 12-м скилле она просто офигенный герой получается. Но многие перестали ее использовать. Есть ворожей, есть куча героев, которые просто сливают быстро, поэтому от нее, скажем так, как и от многих героев, толку в последнее время нет, поэтому многие просто забили на ее прокачку. В принципе, с одной стороны, где-то правильно, но для начальных аккаунтов, да даже для некоторых топовых аккаунтов, кто ее не использует, она очень может быть полезна. Так, отлично. Делаем последний апгрейд. Так, что мы имеем? 128 тысяч жизни, как видите, маловато. Атаки у нее немного, скорость атаки тоже не ахти. Самое основное — это ей включиться. Так, мы ей не поролили созвездие, завтыкал их. Ну, созвездие можно ролить, уклонение, точность особо ей не нужна. И главное, скажем так, один раз включиться. Думаю, в принципе, на 12-й, если ее прокачаете, вам точность не надо будет. Уклонение, чтобы выжила, ее быстро так не слили. Вариант еще крит сопротивления. Можно и жизни добавить, чтобы уже наверняка там крит, крит урон. Ну, нету смысла. Это не тот немножко герой, который будет там особо у вас дамажить.
это сап, то есть вспомогательный герой, и надо делать все, чтобы он выжил. То есть самое топовое, это, конечно же, уклонение, сопротивление, жизнь. То есть можно такие вот талантики собирать, не талантики, точнее, чары, то, что вы сейчас видите, что я делаю. В принципе, больше от нее толком ничего и не надо. Вот такая вот сборочка у нас получилась. Чары я потом ей доставлю, когда я уже всех основных прокачаю. Так, с этим мы решили, поехали, ставим тыковку обратно. Так, что у нас тут было? Ангел был, если не ошибаюсь. Так, тут кого-то мы убрали. Сейчас посмотрю примерно. А, шамана убрали. Не, шаман есть. Угу. Так. Убрали мы. Бочечку. Ставим бочку. Тут, конечно, все так нужны. Вот вместо шамана поставим сейчас Вальку. Так, есть. Также мы сейчас ей поставим вместо этого нового таланта железную волю. Опять же, чтобы ее не станили, так как у нее иммунитета нету. Так. Суккуба. Докачиваем. Сейчас магию. Немножко надо золота нам. И пойдем попробуем. Опять 6-1. Сейчас, конечно, меня скорее всего тут быстренько посливают. Ну, нам главное золото набрать. Так, есть. Ну, вроде все, поехали. Именно на подземочках вам ее покажу. В PvP локациях, думаю, смысла нет, потому что это надо ару ловить сейчас. Я так, в общем, вам рассказал о герое. С тыковки стартану. Ну, надо было, конечно, с бочки стартовать. Ну, первый заходик будет у нас. Вот теперь посмотрите, насколько она уже замедлила. Она включает очень отлично. Ну, единственное, сейчас у нас, если доберемся до какого-то, тыковка доберется до какого-то героя. Так, Вальку слили. Но это еще не беда. Сейчас всех посливает. 25% у нас. То есть она дает набор героям, и, соответственно, быстрее мои гарнизонные будут включаться, будут рубать свои имба-скиллы. Так, давайте еще заходик с бочки стартанем. И давайте попробуем тут медуза, но там тотемы стоят. Все-таки будем пробовать снизу опять же. Так, раз, два, стартуем с бочки. Бежим до последнего. Включаемся. Ну, опять тыкву слили. Ну, то есть тут надо, ребят, как видите, надо, чтобы был удачный заход. Ну, смысл в чем? И посмотрите на героев, насколько они уже замедлены. Я показывал 5-10, проходил. Там не так быстро они замедлялись. Тут вот за счет этого, в принципе, у нас будет намного выше шанс пройти. Конечно, это все рандом, но именно для быстрого набора энергии, если у вас, например, нету пятых ремок, этот герой будет очень офигенный вместе на пару с Купидоном. В принципе, все, я уже буду дальше тестить на подземках, вам показывать этого героя. Пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.